Добрый день. Сегодня получила очередную посылочку от мыла Опт. Как всегда, все вовремя, все замечательно, упаковано в картонную коробочку. Сейчас мы ее распечатаем и посмотрим, что же у нас внутри. К сожалению, нет. Ножичка, как я уже говорила, будем распечатывать ножичками. Коробка упакована добротно, скотчем. Пришла без всяких повреждений. Отправлена новой почтой. Кстати, бесплатная доставка, так как стоимость моей посылочки 600 лишних гривен. Мыло Опт в этом случае оплачивает поставку новой почты. Итак, смотрим. Сверху, как всегда, у нас есть накладная. Так, вот, кстати, сразу видим, что не было кремово-желтого наполнителя, поэтому я предложила, мне со мной связался представитель сайта, интернет-магазина, и предложил, ну, сообщил об этом, я предложила заменить на любой светлый, на усмотрение представителя. Мне заменили на небо. Итак, смотрим, что же я заказывала. Заказывала я пакетики упаковочные с окошком. Да, вот они пришли. Все это есть у нас. Ленточки. Вот ленточки упакованы в кулечек разных цветов. Я заказывала по, по-моему, 10 метров. Да, по 10 метров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все есть. Ну, замерять, конечно, не будем. Я думаю, что с этим проблем не будет. Дальше наполнитель серый. Это наполнитель для упаковочки, корзиночки. Так, наполнитель оливковый. Вот наполнитель, видимо, небо, на который мне заменили. Какой интересный, интересная упаковочка. Необычный. Не такой, как остальные. Ну, ладно. Дальше. Отдушки. Я заказывала достаточно много отдушек. Вот они упакованы в кулечек. И формочки. Заказывала я в этот раз всего две формочки. Кружка пива и хэппи бёздэй. Формочек у меня уже накопилось, поэтому мне так много уже много не заказываю. Так, отдушки. Вот одна отдушка почему-то лежала отдельно. Капучино с карамелью. Видимо, положили в последний момент. Капучино с карамелью. Сладкая малина. Я сверяюсь с накладной. Так, green tea, чай зеленый, персик с бананом, персик с бананом, так, дальше лайм, сладкая гуава, банановый рай. Банановый рай. Все отдушки есть. Все, которые я заказывала. А, нет. Стоп. Еще у нас. Ага. Отдушка пина колада. Ну, качество я оценю тоже при использовании. Также аромат. Так. И последнее, что я еще заказывала, это основа. Заказывала немецкую основу. 2 килограмма. Zetisap S11. Мне нравится она. Практически без пузырьков относительно. Ну, блин, нормальная прозрачность. Мыло получается прозрачное. 2 килограмма основы. Все замечательно упаковано. Встреч пленку. Отлично. И килограмм израильской белоснежной основы для мыла. White Opaque 40 на 7. Мне нравится эта основа. Достаточно мягкая. Работает с ней приятно. Хорошо берет ароматы. Все, как всегда, хорошо упаковано. Отлично. Все пришло в целости и сохранности. Четко по моему заказу. Спасибо большое. Мыло Опт.